По поводу чемпионата России, да, здесь ребята, которые войдут в призы, они будут участвовать еще на чемпионате России. То есть еще там смогут проявить себя. То есть, может быть, здесь они наберутся опыта и там покажут еще лучший результат. Вот. И будут наступать на пятки нашим старичкам. Ну да, конечно, все, второй поединок был такой разгоночный, два тяжелых соперника. Ну вот, но дальше больше, будем только разгоняться. Ну конкуренция серьезная, хорошие ребята, достойные, боксируют, показывают свой мастер-класс. Ну, в общем, достойные соперники, тяжеловато.